Ты не знаешь, зачем тебе этот рисунок. Он не лучше других рисунков твоего ребенка. Ты там слишком большой, а твоя жена в жизни была явно симпатичнее. Он не накормит, не согреет в холода и уж точно не защитит. Это просто рисунок. Но это все, что у тебя есть. Все, ради чего стоит сражаться.